Только на минувшей неделе в области случились две поломки отопительных котлов, в результате чего люди остались без отопления в 30-градусный мороз. Как отметили в правительстве области, в период с 30 декабря по 8 января все службы региона будут работать в усиленном режиме. Обязанность этих служб и соответствующих ведомств реализовать профилактические мероприятия по недопущению сбоев, аварий в сферах жизнеобеспечения, в случае возникновения таковых, принять оперативные меры по их устранению. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны оперативно осуществлять уборку от снега улиц, тротуаров, три домовых территорий. Особенно подчеркиваю задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, по обеспечению оперативной расчистки от снега автодорог. Снежные заносы на дорогах этой зимой под особым контролем служб безопасности. Сильная метель даже стала причиной ограничения движения по трассе Оренбург-Орск-Шильда в ночь с понедельника на вторник. Кроме метели и ухудшения видимости, острой проблемой остается сильный мороз. Как сообщили в гидрометцентре, на Оренбурге движется холодная воздушная масса, из-за чего регион ожидает резкое похолодание. Вот этот заток холода будет самый мощный, наверное, до конца этого года. Антициклон уже в северные районы нашей области вышел. Сейчас почувствовали, что и у нас начинает холодать довольно-таки интенсивно. Температуры воздуха упадут до 26-31 градуса, ну и в отдельных районах, я полагаю, что будет до 35 сегодняшней ночи. По предварительным данным гидрометцентра, в новогоднюю ночь сильных морозов в Оренбурге не ожидается. Минус 11, местами до минус 17. Наталья Богданова, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ.